Все два дня в городе не умолкали концерты, и в воскресенье театральная площадь стала сердцем праздника. Она собрала тысячи зрителей, а хозяевами праздника стала молодежь. Студенты, артисты и спортсмены устроили такое шоу, что просто никто не остался равнодушным. В том числе и мои коллеги. Смотрим. Второй день Дня города был посвящен молодежи, и они были хозяевами театральной площади. Тысячи студентов всех вузов Краснодара устроили шествие с призывом беречь окружающую среду. А уже на площади открылись 40 тематических площадок. И везде было чем заняться каждому гостю праздника. Можно было почувствовать себя рыцарем и сразиться в настоящей броне. Станцевать народно-немецкие танцы, а еще поучиться ораторскому мастерству. Вот только потом экзамен сложный – устроиться на работу в мэрию. 11-летний Кирилл решил показать главе Краснодара Евгению Первышову, какой он хороший менеджер по продажам. Самое главное – он функционирует. Ты будешь точно так же работать, как этот телефон? Ну, за хорошую денежную плату, конечно же. Евгений Первышов познакомился со всеми площадками на театральной площади. В нескольких сам принял участие. И особый сюрприз. Надел баскетбольную форму и удивил любителей стритбола. В товарищеском матче возглавил сборную Краснодара против команды Краснодарского края. Ее капитан – министр финансов Александр Рупель, который тоже в хорошей форме. Со счетом 14-11 идет команда города Краснодара. На другой площадке Евгений Первышов вручил золотые значки ГТО тем, кто сдал все требования этой программы. Вот Александр Коновалов, мастер спорта по борьбе. Сейчас уже если и выходит на ковер, то только чтобы учить детей в спортивной школе. Но сноровку не теряет. Занимается физкультурой для себя и сдал все нормы легко. И я считаю, каждый гражданин обязан быть физически подготовлен. И это самый минимум, который должен уметь каждый, то есть быть готовым к труду и обороне. Тем временем на сцене публику развлекали артисты, как свои городские, так и приглашенные, и очень креативно. Ведь молодой человек не может просто играть на скрипке. Всяких разных конкурсов, в которые можно принять участие. И за это еще дают призы. Это очень интересно и увлекательно. Музыкальные группы, крутой концерт на площади. Видел выступления, аттракционы, выступления детей. Все организовано, все правильно, хорошо, все понравилось. Дмитрий Курденков, Дарья Безинская, Николай Цедрик и Вадим Губайдулин. Телекомпания «Краснодар».